Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами устройство Aukitel C15 Pro. И сейчас я покажу вам, как на этом устройстве удалить аккаунт Google, а потом как его обратно добавить. Итак, нажимаем на настройки, то есть открываем приложение настройки. Затем спускаемся вниз и выбираем пункт аккаунты. Выбираем аккаунт, который хотим удалить с телефона. Нажимаем удалить аккаунт. Удалить аккаунт. И все. Отлично. Мы удалили аккаунт с нашего телефона. Чтобы его добавить, открываем настройки. Спускаемся вниз. И выбираем аккаунты. Нажимаем добавить. Нажимаем Google. Отлично. А теперь вводим адрес нашей электронной почты. Ну, вы вписываете свою электронную почту, а не мою. Затем вписываем пароль. Нажимаем «Далее». Принимаю. Можете выбрать, будете ли вы сохранять резервную копию на Google диске или нет, это не важно. Нажимаете «Принять». Вот и все. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. До скорых встреч!